Девочка, это ты? Вы не туда попали. Братья и сестры, давайте помолимся вместе. А вот это мой любимый момент. И у меня просто мать больная, я и на лечение собирал. КВН играл. Рассмеши нас. Получится, год скостишь. А если совсем смешно, может, два. У тебя голос такой мягкий, лечебный. И я подумал, прикольно ведь, ты меня не знаешь, я тебя тоже. Слушай, я хочу угадать, кем ты работаешь. Училкой в школе? Ты ведь ведьмочка, так? Приходите и приводите своих близких. Произойдет что-то удивительное. Если бы мы встретились, то, возможно, никогда бы уже не расстались.